Сегодня люди достигли того уровня, на котором, как кажется, для нас нет ничего невозможного. Мы построили поразительную цивилизацию, вступили в эпоху невиданных доселе достижений. Глобальные коммуникационные сети, новейшие технологии создали на Земле мир, ранее существовавший только в самом смелом воображении. Мир превратился в глобальную деревню. Кажется, ничто в нем не может противиться нашим желаниям. И даже на этом человечество не собирается останавливаться. Но в чем же, в конце концов, состоит наша цель? Не забыли ли мы в этой гонке про самих себя? А ведь с незапамятных времен люди пытались открыть для себя простую истину – познать, кто такой я. Вечная истина. Кто я? Стремление к познанию – врожденная, естественная потребность каждого человека. Люди интересуются историей, стремясь понять прошлое, изучают правовые нормы и законы. Кто-то стремится к владению тайнами науки и техники. Но что удивительно, зная так много всего, человек все-таки не знает самого себя. Одни считают себя телом, другие думают, что они — это сознание, третьи, что они — это мозг. Но что бы ни говорили люди, пытаясь описать свою сущность, от них снова и снова ускользает. Ответ на вопрос «Кто я?», если он и будет найден, порой кажется, что ответ должен быть очень сложным. Но давайте задумаемся. Я говорю «мои ноги», «мои руки», «мое тело». Что это значит? Разве это не означает просто-напросто, что я не руки, не ноги и не тело? А кто же говорит «мое тело»? Кто этот «я»? Ученые и врачи уже давно ломают голову над загадками сознания, мозга, интеллекта. Случаи, когда пациенты описывают свои переживания после клинической смерти, сновидения, рассказы о событиях, происходивших в предыдущих рождениях, на первый взгляд бросают вызов логике. И опять же встает тот самый вопрос. Кто или что рассказывает обо всем этом? Кто или что все это ощущает? Мы видим одаренных детей, вундеркиндов, демонстрирующих в совсем юном возрасте феноменальные способности. Как объяснить эти загадочные явления? Вопрос стоит так. Являются ли тело или головной мозг самоценными, самодостаточными?
Кто управляет всеми органами и системами тела? Кто посылает сигналы внутри головного мозга и от головного мозга к тем или иным органам? Является ли тело простым скоплением клеток, системой с хитроумным обменом веществ, отлаженными механизмами секреции гормонов, кровообращения, дыхания и пищеварения? Кто или что управляет всеми этими процессами вплоть до самой смерти телесного организма? Откуда берутся наши мысли? Каков механизм их влияния на тело? Является ли источником мыслей наш мозг? Или существует нечто такое, что управляет даже мозгом? Имеют ли мысли физическую или метафизическую природу? Знаете ли вы, что в мире атомов и молекул обитают удивительные существа, метафизические по своей природе? Их невозможно увидеть при помощи микроскопа или телескопа. Их характеристики не измерить с помощью приборов. Единственный метод, чтобы их обнаружить, это обратиться внутрь себя и побыть в тишине. Давайте вместе отправимся в удивительное путешествие, чтобы открыть, исследовать и понять вечную истину о своем «я». Тело – это не я. Вот он – я. Я – душа. Бесконечно малая, незримая, неразрушимая точка. Живой, сознательный свет, метафизическое существо. До тех пор, пока душа находится в теле, тело называют живым. Когда я, душа, оставляю тело, оно называется мертвым, а сам момент оставления тела называется смертью. Однако я, душа, продолжаю существовать, потому что я вечная, неразрушимая, бессмертная. Я, душа, жизненная энергия. Это именно я думаю, принимаю решения и несу ответственность за все действия, как произвольные, так и непроизвольные, которые я совершаю при помощи своего тела. Я, душа, несу в своей памяти отпечатки всего произошедшего со мной. Да, я, душа. Душа – это и есть я. Правильнее будет сказать: «Я, душа, хозяин своего тела, и вы, душа, хозяин своего». Не ваша душа или моя душа. Нет, вы и есть душа. А ваше – это тело. Я – душа, бесконечно малая. Я неделима. Меня не рассечь на части самым острым ножом, не сжечь в огне, не сдуть ветром, не смочить водой. Никакие материальные преграды не станут помехой для моих передвижений. Я – душа, бессмертная. Я существую вечно. Я нахожусь внутри головного мозга. Если смотреть анфас, проекция той точки, где находится душа, окажется ровно посередине лба, между бровями. Отсюда я, душа, управляю всеми органами тела при помощи его нервной и эндокринной системы. Внутри бесконечно малой точки света, души, идут нескончаемые процессы. Их спектр очень широк. От оживления тела, чтобы оно могло совершать механические движения, до абстрактного мышления, до формирования моей судьбы, моего будущего.
У души существует врожденное понимание того, что хорошо и что нехорошо для нее самой и для ее тела. Просто сегодня мы забыли пароль, забыли, как обеспечить себе доступ к этому знанию. Когда душа находится в теле, она реализует себя при помощи трех своих сил. Эти три силы души называются умом, интеллектом и личностными чертами, или санскарами. Я создаю мысли на основе своего прошлого опыта, памяти, на основе разнообразных влияний, на основе того, чему я научился от других. Способность души создавать мысли называется умом. Порой мысли являются в мой ум непрошенными гостями. Они текут себе и текут. Как это происходит? Это связано с отпечатками, оставленными в подсознании моими прошлыми действиями. Природа мыслей, возникающих у меня в уме, может быть разной. Они могут быть хорошими или плохими, полезными или бесполезными, позитивными или негативными. Мысль может быть также идеей. Обычно мысли подталкивают меня что-то сделать, и я, душа, решаю, следует ли мне действовать согласно появившейся мысли, сделать это теперь или попозже, это будет хорошо или плохо. Способность души оценивать свои мысли и принимать решения называется интеллектом. Приняв решение, я, душа, совершаю действие. Действие оставляет на мне отпечаток, след, который, в свою очередь, будет влиять на ход моих последующих мыслей. Эти отпечатки могут быть поверхностными, средней глубины или даже очень глубокими. Эти отпечатки, которые я накапливаю и несу с собой, называются чертами характера, наклонностями или санскарами. Глубокие отпечатки проявляются как на сознательном, так и на подсознательном и бессознательном уровнях. Они могут давать о себе знать, например, в форме сновидений. Другой пример. Человек увидел, как кого-то покусала собака. Или он сам подвергся нападению собаки. Теперь он пугается всякий раз, когда видит перед собой пса. Человек, который видел, как кто-то тонет, или который сам чудом спасся от водной стихии, может теперь панически бояться воды. Возникает фобия. Глубокие отпечатки очень сильны. Такие отпечатки создаются повторяющимися мыслями на определенную тему или многократно повторенными действиями. Человек, у которого остались глубокие негативные отпечатки, вредит не только самому себе. Он становится орудием для распространения негатива в своем непосредственном окружении и в мире в целом. Верно и обратное. Человек, у которого сформировались хорошие качества, приносит этим пользу не только самому себе, он становится ценным членом общества. Как правило, позитивные мысли неспешны и устойчивы по своей природе. Если мысли текут плавно, размеренно и упорядоченно, интеллект способен принимать своевременные и точные решения.
чувства, возникающие при этом, создают ощущение комфорта. Человек, привыкший думать позитивно, будет уравновешенным и спокойным. Напротив, негативные мысли, как правило, хаотичны, быстры, беспорядочны. Они сопряжены с негативными эмоциями – тревогой, растерянностью, страхом, чувством незащищенности. Порой бывает так, что в уме быстро, практически одновременно возникает множество мыслей. Интеллект подвергается их бомбовой атаке. В таких условиях интеллект просто не способен адекватно рассуждать. Это ведет к растерянности, замешательству, к тому, что обычно называют стрессом. Для того, чтобы понять разницу между душой и телом, нам пригодится аналогия с водителем и машиной. Если считать тело машиной, то вы, душа, ее водитель. Водитель заводит двигатель, выбирает маршрут, меняет направление движения, тормозит, и точно так же душа совершает через тело всевозможные действия. Какой бы прекрасной ни была машина, но без водителя она никуда не поедет. Как водитель управляет машиной, так и душа управляет телом. Это я, душа, использую голосовые связки и язык, чтобы говорить. Я, душа, кормлю свое тело, подобно тому, как заправляют бензином машину. Именно я, душа, улавливаю звуковые волны при помощи своих ушей. Если что-либо прикасается к моему телу, я, душа, ощущаю это прикосновение при помощи своих кожных рецепторов. Я, душа, смотрю при помощи глаз. Короче говоря, именно душа совершает все без исключения действия через разные органы тела, включая и головной мозг. Имеются примеры того, что душа способна действовать и не прибегая к помощи органов чувств. Этот феномен называют ЭСВ – экстрасенсорным восприятием или шестым чувством. Экстрасенсорное восприятие – это способность души приобретать информацию независимо от известных нам органов чувств и при отсутствии соответствующего предварительного опыта. Телепатия, предвидение, ясновидение, интуиция – все это случаи проявления экстрасенсорного восприятия. Но как мне ощутить себя как душу? Что это за чувство? Конечно, эти вещи не объяснишь словами. Приобретение такого опыта возможно лишь на основе углубленного самосозерцания, внутренней тишины, достигаемой в процессе медитации. И все же постараемся в рамках нашего фильма приблизиться к пониманию этой концепции. Представьте себе огромное искусственное человеческое тело, наделенное всеми органами. Вы сидите внутри, в кресле, у самых окон своих глаз. Что вы ощущаете? Разве вы не будете чувствовать, что вы – это одно, а окна совсем другое? То же самое чувствует душа,
находясь в теле. Душа отлична от тела. Человек смотрит в лицо другому человеку и реагирует на выражение этого лица. И каждая его реакция зависит от выражения лица другого. Кто из нас не мечтает о душевном комфорте, о счастливой жизни? Каждому хочется любить и быть любимым. Всем нравится чистота и чистосердечность. Уже с самого момента рождения человек любознателен. Он стремится приобрести как можно больше информации в сфере своих интересов. Каждому хотелось бы обладать развитым, сильным умом. Невинный ребенок воплощает в себе изначальные качества души. Семь моих врожденных качеств – это знание, любовь, покой, счастье, чистота, блаженство и сила. Изначально каждый человек в мире является воплощением всех этих семи качеств. Негативные качества стали проявляться у нас либо из-за неправильного понимания себя и мира, либо под влиянием среды других людей. Мы уже долгое время отождествляем себя с нашими телесными характеристиками – полом, цветом кожи, национальностью и тому подобное, что порождает разобщенность и конфликты. Как души мы выходим за узкие рамки этих телесных характеристик. Каждый из нас – это воплощение семи жизненно важных, позитивных качеств души. Как зарождается человек? В какой именно момент оживает вся эта масса клеток в материнской утробе? Жизненная энергия начинает течь, когда в зародыш вселяется душа, приблизительно на 3-5 месяце беременности. Душа – это и есть жизнь, жизненная энергия. Все внутренние и внешние характеристики тела, всех его органов и тканей, вплоть до отпечатков пальцев, вплоть до строения ДНК, определяются теми характеристиками, отпечатками, которые несет в себе душа. Иными словами, именно я, душа, определяю природу своего тела, своими мыслями, настроем ума, внутренним отношением и действиями. Когда душа входит в новое тело, опыт предыдущей жизни, переживания, случаи из прошлого – все это, как правило, забывается. Впрочем, известны факты, когда люди рассказывали о своей предыдущей жизни, и проверка подтверждала правдивость этих историй. Мы часто видим, как малыши смеются и плачут, казалось бы, безо всякого повода. Быть может, главная причина этого в воспоминаниях о каких-то событиях прошлой жизни. С другой стороны, что такое смерть? И что происходит после смерти? Как живое становится неживым? Смерть – это явление, при котором душа оставляет тело. Когда душа оставила тело, свой костюм, сотканный из костей, плоти и крови,
тело превращается в бездыханный труп. Оно разлагается, чтобы воссоединиться с миром пяти стихий. Оставив старое тело, душа входит в следующий зародыш в материнской утробе. Души людей не могут переселяться в тела животных, так же, как и семечко яблока не может вырасти апельсиновое дерево. Человеческая душа всегда принимает человеческое тело. В своей новой жизни душа устанавливает новые родственные отношения, находит новых друзей, приобретает новую идентичность. Это похоже на спектакль. Актер, облачившись в надлежащий костюм, исполняет свою роль в свое время. Каждый произносит предписанные ему реплики. Если тело перестает служить душе в силу своего преклонного возраста или болезни, или если ему была нанесена смертельная рана или тяжкое увечье, душа оставляет это тело и продолжает принимать рождение за рождением, участвуя в вечном цикле рождений и смертей. Всемирная история – это великая мировая драма, пьеса, в которой переплелись все индивидуальные роли душ актеров. Сначала душа ожидает в мире душ, за кулисами, наиболее благоприятного момента для выхода на сцену. Но стоит душе оказаться здесь, и она должна будет оставаться на подмостках до самого конца спектакля, до тех пор, пока на сцену не выйдут все души. Слово «карма» означает «действие». Это понятие, относящееся к универсальному закону причинно-следственной связи или закону действия и противодействия, которому подчиняется существование всего мира и каждого человека в нем. Как и из-за чего происходят те или иные события в мире? Как решается, какой душе в какое именно тело войти, в мужское или женское? И в каком уголке мира? Зачем вообще мы приходим сюда? Почему я родился здесь, а он там? Почему я такой, а она такая? Почему все происходит именно так, а не иначе? Есть ли у этой пьесы автор, предписавший «вот как все должно быть»? Ответ на все эти вопросы таится в простой и вечной истине. Каждое действие приводит к равному и противоположному по направлению противодействию. Я неизбежно пожинаю плоды всего, что делаю, в этой или в будущей жизни. Этот закон абсолютно беспристрастен. Он-то и называется законом кармы. Многие законы в мире можно изменить, но только не этот. Нам следует ясно понимать, какие действия являются правильными и какие нет. Понимать, как то или иное совершаемое нами действие скажется на нас самих и на других людях. Результат может проявиться либо прямо сейчас, либо в будущем. Плод может оказаться вкусным или порченным. Но каким бы он ни был, этот плод обязательно вернется ко мне. А значит, прежде чем что-то делать, мне обязательно нужно подумать о последствиях. Зачастую люди, не понимающие закон кармы, делают поспешные выводы на основе отдельных, разрозненных эпизодов из жизни.
Они не знают, что предстоит в будущем. Они видят только настоящее. А ведь иногда достаточно просто подождать и посмотреть, как развернутся события. Следует понимать, что у всего происходящего есть смысл, есть причина. Мое будущее зависит от того, что я делаю в данный момент. Сценарий своей жизни я пишу пером своих возвышенных действий или кармы. Что я сею, то и пожинаю. Природа так удивительна. В этом мире живут миллиарды людей. И все же, как мы уже говорили, у каждого свой неповторимый узор отпечатков пальцев. Нет даже двух одинаковых ДНК. Мы не увидим даже двух человек с одинаковыми характерами. Это объясняется тем, что во всем мире нет даже двух одинаковых душ. Хотя все мы – души, бесконечно малые точки света. Мы видим различия в поведении, стиле жизни, привычках и взглядах. Каждая душа – это неповторимая личность. Итак, я – единственный и неповторимый в своем роде. Я не выше и не ниже других. Если я осознал свою неповторимость и тот факт, что я нахожусь здесь, в этом мире, чтобы сыграть свою уникальную роль, я могу сам созидать для себя будущее. Взаимодействие каждого из нас, людей, с другими живыми существами и природой в целом не ограничивается физическим уровнем. Между нами существует тесная эмоциональная связь. Своим внутренним состоянием люди влияют на других живых существ и на природу. Вот почему так важно, чтобы мы испытывали добрые чувства, желали добра и счастья всем живущим на Земле. Мысли всех душ вместе взятых и делают мир таким, каков он есть. Можно сказать, что все происходящее вокруг нас – это проявление нашего сознания. Всякий раз, когда мы влияем на окружающий нас мир, либо физически, когда мы действуем под влиянием ограниченного сознания, то есть когда отождествляем себя со своими телесными характеристиками, наши действия неизбежно носят ограниченный характер. Такие действия могут порождать раздражение и злобу, зависть и ненависть, жадность и высокомерие, что в свою очередь будет приводить к дисгармонии, конфликтам, несправедливости и страданиям. С другой стороны, любое действие, совершаемое нами с сознанием того, что мы – души, порождает любовь и братские чувства, что в конечном счете ведет к усилению единства и гармонии в мире. Давайте посвятим несколько минут тому, чтобы применить на практике те знания о душе, которые мы к этому моменту приобрели. Сядьте поудобнее. Пусть глаза будут открыты, чтобы вы по-прежнему сознавали окружающий вас мир. Просто уведите от этого окружения свои мысли.
создайте такую мысль: «Я – спокойная душа, крохотная точка света, находясь посередине лба, я смотрю отсюда при помощи своих глаз, слушаю при помощи ушей, дышу и ощущаю запахи при помощи носа, говорю при помощи языка, осязаю при помощи своей кожи. Я хозяин тела. Я отличен от него. Я в ответе за все те мысли, которые создаю. Это именно я, душа, принимаю решение. Я несу ответственность за свои действия. Я управляю своей жизнью и создаю себе судьбу. Шаг за шагом я экспериментирую с этим. Я вижу и осознаю себя как душу. Смотрю на других как на души и постепенно начинаю ощущать свои изначальные качества, все позитивные силы души. Правильное понимание моей врожденной природы формирует и мое отношение к другим людям, помогая лучше взаимодействовать с ними. Если каждое мое действие и вся манера поведения основаны на сознании того, что я душа, то я открываю для себя смысл и предназначение своей жизни. Давайте установимся в сознании души. Будем жить с духовным взглядом и позитивным отношением ко всем, чтобы наша жизнь и жизнь всех, кто нас окружает, озарилась светом мира, чистоты, счастья и любви.